Друзья, если у вас возникла проблема с кошельком PayPal, у вас деньги заблокированы, заморожен счет, вы больше не можете его использовать, или же еще какие-то причины в плане того, что вы не можете вывести, вы можете написать мне на Instagram, и мы с вами свяжемся, выведем ваш платеж. Это не проблема. Точно то же, что и касается по кошельку Binance. Если вы не можете по каким-то причинам вывести, вы можете отправить мне на мой электронный кошелек. И мы с вами за процент договоримся, что там этот вопрос решается. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь. Есть специальное письмо, которое разблокирует вам PayPal, и никаких проблем с этим не будет. Но опять же, если будете обращаться, ваш кошелек должен быть верифицирован. Все полностью пройдено 4 или 5 этапов, смотря как у вас. И вы должны понимать то, что аккаунт обязательно должен быть активный. Проведена верификация почты, номера телефона и прочее, то, что система просит. Если у вас этого не будет, то ну, какой смысл ко мне обращаться, если мы не сможем провести вообще никак платеж. Поэтому по поводу вывода обращайтесь, вопросов нет.